Ногайский городской суд поступили исковые заявления прокурора о взыскании с отделения фонда пенсионного и социального страхования в пользу инвалидов компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим обеспечением их техническими средствами реабилитации. В обосновании требований указано, что в ходе прокурорской проверки были выявлены факты несвоевременного предоставления инвалидам средств социальной помощи, что лишает их возможности поддерживать необходимый жизненный уровень и отрицательно сказывается на их здоровье и эмоциональном состоянии, а также затрагивает достоинство личности. Прокурор просит взыскать в пользу каждого представляемого им гражданина компенсацию в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день иски приняты к производству суда и назначены к рассмотрению.